Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска. Двигатель 3 литра турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 148 тысяч километров. Заменю на нем лампы ближнего света фар. Здесь стоит ксенон. Начали светить разным цветом. Одна с желта, другая с красна. Поэтому решили заказать новые лампы и установить. Ну, заказывали не оригинальные. Открываю капот. Как оказалось, здесь, чтобы заменить лампу, снимать надо фару. Фара снимается здесь довольно-таки легко. У нас шел дождь, и этот дождь плавно перешел в снег. На улице навалило снега, завело весь двор. Ладно, открываю капот. Здесь выдергивается фиксатор и снимается разъем с фары. Снимаем разъем, нажимаем на флажок и разъем стаскиваем назад. Не сильно отверткой помогу, чтобы не сломать, и раскачивая, тяну назад. Не сильно, это вот в этом месте. Вот так вот на излом чуть-чуть его делаю. Все, разъем снят. Теперь поднимаем вот этот фиксатор. Вот фиксатор поднял. Если посильнее его потянуть, он выдернется целиком. Ну, можно вот до этого состояния все. А теперь фару можно выдвигать вперед, но при этом нажимать вот на этот флажок, чтобы она из зацепления здесь вышла. Нажимаю на флажок и подталкиваю фару. Все, фара спокойно выезжает по салазкам. Здесь немножко ее подыгрываем, потому что она вот упирается у нас краем в бампер. Ну, чтобы ничего не ломать, чуть-чуть шевелим ее. Должна вообще выходить легко. Да, совершенно верно. Вот это вот место приподнимается здесь, а здесь оно упирается. И приходится ее немножко вести на излом. При установке у нас две направляющих. Вот направляющая и вот направляющая. Снизу направляющих только есть одна вот такая, без защелки. Она проходит в эту лыжу. В принципе, все. Также лампочку габарита, не габарита, а подсветки, ходовые огни, можно заменить здесь. Но это не обязательно снимать фару, а можно сделать на автомобиле. Опять же, если неудобно, то лучше снять. Далее берем и сдвигаем защелку на себя. Забито грязью. Во, сдвинул. Открываем крышку. Вот она, наша лампочка. Нажимаем на фиксатор из потихонечку снимаем разъем вниз.
здесь как такового фиксатора нет. Просто расшатываем потихонечку и тянем. Все. Теперь вот здесь вокруг лампы, вот оно, кольцо пластиковое. Вот так вот его берем двумя пальцами и поворачиваем против часовой стрелки. Можно лампу вытаскивать. Вот такая лампа. Идет с розжигом. Стояла здесь Philips. Еще родная. Год здесь на лампе не указан. Берем новую лампу. Новая лампа фирмы AG, D1S маркировка вообще лампы идет, 5000 кельвинов взяли, не 4300. Номер для заказа AGD1S5, лампа написана российская, на 46 начинается, Made in Russia, но быстрее всего лампа китайская, просто наши ее упаковывают. Вот такая лампа и идет еще без чехла. Берем фару. Устанавливаем лампу. Она вот в эти зажимы встает как в направляющие. Вот все, ее крутить не надо, ничего. Теперь фиксатор вот этот поворачиваем назад. Все, лампу мы зафиксировали. Одеваем разъем. Разъем одет на месте. Для того, чтобы салазки мягче ходили, я возьму, смажу их силиконом. Обычный силикон. Вот это место забивается грязью. Я даже без того, что поставить крышку на место, двигаю с трудом. Беру и вот в эти места брызну маленько. Легко ходит, спокойно защелкиваю. Ставлю ее на место. Так. Крышка прижимается ровно и задвигаем на место фиксатор. Все. Теперь устанавливаем фару на автомобиль. Проводилось нормально.
включили. Задвигаем до защелки. Вот она защелкнулась. Сверху защелкиваем вот эту защелку. Все, она отпустилась, защелкнулась. И одеваем на место разъем. Все, разъем защелкнулся. Дополнительно снял вот эту ресничку сверху. Ставлю ее на место. И вставляю клипсу. Все. Аналогичным образом меняется лампа со второй стороны. Сложного ничего нет. Запустил автомобиль, чтобы погрелся. Вторую лампочку я тоже заменил. Это ходовые огни светят. Сейчас включу ближний свет и посмотрим, как светят эти лампы. К сожалению, не хватило тему включить и показать, как разным цветом они светили в начале. Ну, заодно сейчас посмотрим, как светят эти лампы. Ну, вот так вот светят эти лампы. Свет одинаковый, поэтому можно смело покупать. Правда, не знаю, сколько они будут ходить по сроку. Это, конечно, не Philips'ы, но они дешевле Philips'ов в 5-6 раз получаются. На этом все. Замену лампочек в фарах я закончил. Всего вам доброго.